Доброе утро. Вставать, когда темно, это, конечно, жестко. У меня будильник на минут на 20 звенел. Я усиленно делала вид, что я его не слышу. В душ и собираться. Спите? Тогда мы едем к вам. Ну что, в 7 утра подъем, прекрасное настроение. Едем на Love Radio, поэтому подключайте все свои приемники. Кто дома, кто в машинах, кто в пробках, кто в спортзале. Включайте 106.6, радиоволну ловите и слушайте нас. Спите? Тогда мы едем к вам. Ну что, в 7 утра подъем, прекрасное настроение. Едем на Love Radio, поэтому подключайте все свои приемники. Кто дома, кто в машинах, кто в пробках, кто в спортзале. Включайте 106.6, радиоволну ловите и слушайте нас. Гороскоп. Слушаю. Этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте. Козероги, у вас сегодня не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаление. У меня вообще нет времени. Ни на что. Себя, давай, жду представления уже, что мы едем к вам на Love Radio. Привет, это Ольга Бузова, и я еду. Ага, едет. Более того, я еду не одна. Мы едем к вам, Love Radio. Понял, да, уже все, никуда. Ну что, мы уже, мы уже на Love Radio, да, через минуту мы будем в эфире. Начала песня, да? Которая сегодня, по-моему, да? Да. Наконец-то нормальная музыка сегодня будет играть. В течение часа на Love Radio. Ну что, все подключайтесь. 106.6 Love Radio. Сколько я у вас не была? Да ничего не слышу, что ты говоришь, я в колонках. Ты наслаждаешься миром. У нас премьера трека на Love Radio. Хорошо и некогда скучать, салюты так летают, не минуты. А вы услышите эту песню в 23:59 сегодня на всех площадках. Ну что, кто слушал эфир наш на Love Radio? Как вам? Понравилось? Скоро Новый год. Скоро Новый год. А еще скоро что выходит? Снежинки. Ну что, ухожу с Love Radio, с цветами. Спасибо большое Денису Курочкину. Ребята, кстати, переезжают, и я как бы завершаю сет эфиров именно в этом здании.
Поздравляю Love Radio с наступающим Новым годом. Вот, и посмотрите, какая классная футболочка. В день нашего релиза я выпустила серию таких футболочек со снежинками. Ольга Бузова дизайн, есть и мужские. И есть и женские. Родной, мужскую давай покажем футболочку. Давай. Снежинку. Есть раз... Да, модель. Давай как модель. И на меня, да. Да. Любимый мой. Есть еще в красном цвете, в зеленом. В общем, мы вас любим. Слушайте. Снежинки падают, падают к нам в руки, и мне с тобой так хорошо. Никогда скучать, салюты тают, летают дни, минуты. Терять не будем, мы будем танцевать. Я напоминаю, что совместно с TikTok мы запустили просто самый большой новогодний челлендж, где мы исполняем ваши желания. Снимите TikTok под наш трек «Снежинки», загадайте желание, поставьте хэштег «Дарим чудо» и 10 января мы с моим любимым выберем 10 победителей и исполним вашу мечту. Поэтому снимайте уже прямо сейчас. Вот заходите под наш звук. Звук, под наш звук. Снимайте. Так, ну что, наступило время подарков. Это очень крутая беговая дорожка. Я могучая. Вчера я ее подарила своему любимому директору Арамчику, который радовался как ребенок. Вы понимаете, что домашний фитнес... Зал это очень легко, дорожка профессионально, ультракомпактная, ее с легкостью можно разместить дома. Смотрите сторис Арама, потому что мне кажется, он уже сегодня будет бегать, даже в маленькой квартире. А еще в Ямагучи огромный спектр выбора в качестве подарка на Новый год. Так что заходите, выбирайте, и по промокоду Бузова скидка 12%. Будьте здоровы! Ну что, не ожидали вновь меня увидеть в таком образе? А теперь вопрос. Когда впервые я сделала свое фирменное каре, за которым потом все повторяли, и все парикмахеры страны делали такую же потрясающую стрижку и укладку? Когда? Какой год хотя бы? Пишите в директ. Ну, я должна сказать, для человека, который спал сегодня полтора часа и наносил макияж 7, я достаточно неплохо выгляжу. Это, наверное, харизма мне помогает всегда выглядеть... А ну, не харизма, а и хороший макияж. Мы снимаем для вас очень много крутого контента, очень много и социальных роликов с важным глубоким смыслом, и смешных.
Так что не теряйте меня. Ну что, уже по традиции мы отмечаем выход трека благодаря такому шикарному столу от Деликатес. Лёх Новацкий, спасибо тебе большое. Ямочка, Арамчик, Умарчик, любимый. Уже что-то ты... Как бы, извините, но я уже все как бы... А все уже? А все. Ну что, у нас уже через меньше, чем через час. Час остался. Наш трек. Без 5-10 минут мы выйдем в прямой эфир. Совместно. Так что все ждите, прям ждите. С какой страницы? С твоей? С твоей и с моей. Совместно. Да, совместный эфир сделаем и будем вместе со всеми слушать релиз, когда трек выйдет. Да? Ну, конечно. Вау. Ура! Снежинки доступен на всех цифровых площадках. Скорее свайпайте, слушайте, ребят. Ну снимайте, и, конечно, мы сторис, будем ждать, чтобы вы нас поддержали, потому что мы дарим вам отличное настроение на Новый год. Это еще букет для моей любимой. Я поздравляю тебя с нашим треком. Это такая традиция новогодняя, второй раз подряд. Такой красивый новогодний трек. А вы слушайте и кайфуйте, и пусть в Новом году у вас все будет хорошо. Выхода этого трека и наконец-таки снежинки доступны на всех цифровых площадках. Мы дарим вам новогоднее настроение. Просто послушайте и кайфаните. Ждем ваши сторис. Where's Garrett?
что, мои хорошие, снежинки доступны везде, и так приятно. Уже на третьем месте в iTunes, это что-то невероятное. Спасибо вам большое за то, что вы слушаете, скачиваете. Вот здесь по ссылочке давайте максимально вообще распространим наши снежинки. Мы дарим вам новогоднее настроение. Говорят, что тот, кто послушает снежинки, чуду быть. Я вас люблю, спасибо за такую поддержку.